Привет! Начинаем нашу тренировку! Поставьте широко ноги. Активно работайте руками. В середине трека по команде меняйте руку. Меняем руку. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Активно работайте руками. Поставьте широко ноги. По моей команде меняем руки. Меняем руку. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поставьте широко ноги. Активно работайте руками. В середине трека по команде меняйте руку. Меняем руку. Thank you.
отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поставьте ноги на ширине бедер. Поднимайте руки над головой, одновременно выполняя движение тазом. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Меняем ноги. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поднимайте руки до уровня плеч и опускайте их в каждую сторону. Выполняйте движение тазом, как Милана. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Встаньте, как Милана. Выполняйте движения руками, поднимая их над головой. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Меняем ноги.
Отдыхаем! Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поставьте широко ноги. Активно работайте руками. В середине трека по команде меняйте руку. Меняем руку. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поставьте ноги на ширине бедер. Поднимайте руки над головой, одновременно выполняя движение тазом. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Меняем ноги. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Поднимайте руки до уровня плеч и опускайте их в каждую сторону. Выполняйте движение тазом, как Милана. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. We'll be right back.
Отдыхаем! Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Встаньте, как Милана. Выполняйте движения руками, поднимая их над головой. Поменяйте руку и ногу по команде в середине трека. Меняем ноги. Отдыхаем. Поставьте на паузу. Продолжайте, как будете готовы. Ура! Тренировка закончена! Я вас поздравляю! Вы супер и можете гордиться собой! Нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления о следующей тренировке. Это поможет вам реже пропускать и чаще тренироваться. До следующей тренировки! Пока!